центр. Мне Наталья вчера написала сообщение из магазина «Персона». Лена, платье пришли. Если нужно, приезжай. Ну, естественно, я же захотела, я просто мечтала об этом розовом платье. Я только не думала, что они так быстро поступят. В общем, едем. На улице вот так сегодня серенько. Лариса сейчас мне написала, какая красота на улице. Я говорю, у нас серенько. А она-то на острове отдыха, на работе, вышла на улицу. Следующий, и у них там снегопадище. Улица Авиатор. Ну, естественно, когда снегопад красиво. У нас вот так вот мраченько. Автобус уже запыленный, такой забрызганный, машины серенькие. Ну, в общем, сейчас примерю платье. Да, девочки, пришли размеры 54 и 56. Хотя линейки были 44 по 52. Но по просьбе Натальи линейки увеличили на эту одежду. Вот 44, 52 и теперь добавочно еще два размера. Один из них мой. Наталья говорит, какое оставить? Я говорю, ну, не знаю, хочется поверить в себя и оставить 54-й, но лучше примерить. Поэтому я поехала, сейчас примерю. Ну, вот так вот вам город покажу немножко наш серенький. Ничего, скоро зазеленеет. Уже 2 марта сегодня. Кстати, сегодня я дочь жду. Буду угощать ее долмой. Вчера с ней разговаривали. Я говорю, я телефон купила. Нужна помощь. Она говорит, ну хорошо, завтра приеду. В общем, сегодня я ее жду. Остановка Ода Мегистан. Это мы на взлетку заезжаем. Район Красноярска, взлетка. Кто не знает. Раньше здесь был район аэропорта. Самолеты взлетали прямо из города, представляете? Потом мы брали его за город. Квартиры продаются в доме. Там на верхнем этаже. И на втором, там, я смотрю, есть. Тоже продается. Представляю, сколько стоит тут квартирка. Но я бы тут не хотела жить. Очень шумно. Представляете, под окнами постоянный поток машин, автобусов. Остановка Ода Мегистан. Болезнь и сегодня настигает наших сограждан, наших родных и близких людей. Остановить распространение вируса мы сможем только вместе, соблюдая 3 простых правила. Носите маску в общественных местах, тщательно дезинфицируйте и мойте руки и соблюдайте дистанцию не менее 1.5 метра. Когда уже кошмарить перестанут людей, когда это все отключат? Быстро выросли вот эти дома. Раньше здесь был рынок, контейнерочки стояли, продавали. А теперь вот выросли многоэтажки.
Елисейский торговый дом. Девчонки, зашла я снова в этот магазин. Мне говорили, что хурма вот эта вот вяленая, очень вкусная. Никогда не пробовала, честно вам скажу. Знаю, понравится или нет, но все возьму. Вот поменьше возьму. 316 рублей вот такая штука. И дочечка же ко мне придет. Надо угостить вкусняшками. Персик сушеный. Вон, слушайте. Можно все деньги оставить. Персик сушеный. Вкусняшка. Я хотела взять еще здесь сушеный Азербайджан, инжир, Турция, так, изюм, но он там подальше. Так, пикант, 569 рублей, вот такая коробочка. По-грецки, но только он слаще намного. Грецкий здесь стоит 459 рублей, 312 грамм. Чили, Мексика. Так, а мне надо халву, я не буду покупать, иначе ее в первый же день съем. А вот изюмчик возьму. А изюмчик? Ой, смотрите, какой гигантский. А того нет уже? Ой, девочки, королевские финики вот такие. Израиль. Светик, не отправляю, у нас есть. 980 рублей за килограмм. Слушайте, ну вот эта косточка, видите, но у меня нет в Средней Азии. Изюм коричневый, но он крупный. А где тот мелкий, мой любимка? Нет? Девочки, это что, я нахвалила, его сразу разобрали? Никогда больше так делать не буду. Нет его? Ну что, а этот сколько стоит? 134. Ну, мне кажется, он с косточками. Гибрид. Гибрид. Ну, возьму, что? 4 рубля. Крупный. Хорошо, если он без косточек. Но почему-то мне кажется, что с косточками. А если он с косточками, то как его есть? Не написано, главное. Сейчас спрошу. Скажите, а вот этот изюм с косточками? Гибрид который. Без? Отлично. Отлично, девочки. Ладно, девочки, попробую, расскажу вам, как. Урюк шоколадный. Ну и вот такие финики есть. Но вот эти вкусные 100%. 550 рублей маленькая коробочка. 980 большая. Килограмм и 500 грамм. Ладно, девочки, в следующий раз. Не все сразу. Все нужно лопнуть. А шоколад... Таблероны, вот 230, а в аэропорту вот такая вот штучка стоит что-то 380, что ли, я могу ошибаться, девочки, кто знает, скажите. Бананы 308, ой, тут пахнут они. Ну все, больше ничего не буду брать, пока. Девчонки, хотела вот это вот попробовать, ну, вот я и возьму. Девчонки, смотрите, какие у них пакеты крепкие, это красивые. Стоит пакет 10 рублей, но он прямо красивый. Это я не догадалась пакет с собой взять. Ладно, пришлось купить. В общем, еще манго взяла. Сушеная манго. Так, девочки, на витрине новинки. Такая блуза, юбочка какая-то удивительная. Вот этого костюма я точно не видела. Моя сумочка желтая, которая мне понравилась. И вот это платье. Его с джемпером надели. Ой, как холодно что-то стало. Давайте будем прятаться в тепло. Так, девочки, вот эти платья. Они пришли в разных расцветках. 54, 56. Мятный вот это тоже красивый очень. Очень-очень. И вот сиреневый тоже красивый цвет. О, какой нежный. Васильковые костюмы. Девочки, давайте я примерю. Вот, мне повесили размера.
какой-то же должен мне подойти. Так, это 54-й. Думаю, 54-й я войду. Но все равно рисковать не буду. Возьму и примерю. Так, девочки, вот 54-й размер я надела. Ну, брюки не стала снимать. В принципе, села хорошо. Сейчас еще 56-й померю. На всякий случай, конечно, будет подлиннее 56-й. Но вот это меня устраивает вполне. Вот вообще свободно. С туфельками, с колготочками будет хорошо. Ой, я тут натоптала. Ну, вот так вот выглядит платье. Ну, сейчас еще 56-й примерю. Так, и вот 56-й. Чем отличаются? Длиной немножко отличаются. Вот это 56-й, но подлиннее. Ну и слегка шириной. Рукав прям так свободненько. Ну, даже не знаю я, что мне выбрать. 56-й взять или 54-й? Как думаете, девочки? Да, это подлиннее. Сантиметров, наверное, на 7 длиннее колено. Длиннее колено. Замерзла на улице. Такой холод. Было тепло и резко похолодало. Ну, что делать? Ладно, сейчас еще раз примерю и определюсь. Все-таки, наверное, 54-й возьму. Оно как-то ладненько так сидит на мне. Да, девчонки, 54-й как-то интеллигентно так сидит. 56-й великовато. Да? Что скажете? Так мятного цвета платье выглядит. Это тоже 54-й размер. Славненькое. Прям вот славненькое. Не знаю, что выбрать. И розовое хорошенькое, и это освежающее такое. Может быть, все-таки мятное взять? Знаете, почему сейчас я так подумала? Потому что у меня же уже есть вот то, вот такое фуксия, розовое мятное. Может, это все тебе мятное нравится, и розовое нравится. Тебе. Что делать? И это, посмотрите, какая блузка новенькая. Так, платье скажу, сколько стоит? 4400. И вот такая голубая блузка. Нежная-нежная. Прям нежнятина. Вот такая. Интересно. Девочки, сейчас я вам что-то покажу на этой блузке. Смотрите. Спинку видите? Спинка вот такая. Сейчас я ее сниму и вам покажу, как сзади сделано. Это вообще чудо какое-то. Девчонки, это вообще чудо какое-то. Можно вот так ставить воротничок, а можно делать вот таким его маленьким. Цвет голубой, просто шикарный. Сейчас посмотрю, сколько она стоит. Наташи сегодня нет. Фу. Красивая очень блузка. Сейчас посмотрю, сколько стоит. Это на мне 58 размер. Вот такая свободненькая. Есть, кстати, 60-й, мне сейчас сказали. Цвет просто офигенный. Она в таких мелких буковках. Так, девочки, блузочка стоит 3400.
78. Смотрите, какая у него спинка. Посмотрите, какая у нее спинка. Шикардосик. Вот так вот необычно сделано наискосок. Даша пришла. Всем привет. Да. Она мне сказала, что еще какой-то изумрудный новый цвет пришел. А, еще в коробках. Девочки, я только прямо вот сразу с утреца припылила. А, вот такой вот еще цвет есть. Сейчас. Точно такое же платье. Цвет изумрудный. Девчонки, кто любит такое. Я вот стою, все на распутье, розовое или это? 54-й. Ну, темноватый, да, будет? Не, я его примерять не буду. Я уже как бы хотела либо вот такой васильковый, либо вот такой. Но раз васильковых таких нет. Костюм, ага, вот отшили такие. Вот, кстати, с этими блузками вообще отлично. Вот они. С такими, с буковками. И с очень интересной спинкой. Такая, да, да, я примерила, сейчас показала. Отлично. Ну что, розовое беру, 54-й. Угу. Уже примерила и то, но оба красивые. Ладно, возьму розовое. Вот если было васильковое, я бы, наверное, вообще оба взяла. Потому что платья шикарные, сидят идеально, девчонки. И они прям вот такие полномерные. У кого грудь небольшая, можете даже на размер меньше брать. Все, девочки, я с платья все-таки розовое взяла. Металась между мятным и розовым. Думаю, у меня же розовое есть уже. Ну, не розовое, но такое, как сиренево-розовое. И все-таки склонилась я к розовому. У меня к нему и украшения уже есть. Серьги, браслеты. Взяла розовое. Что хочу сказать еще? А, и вот эти большие размеры, 54, 56, и Наташа сказала, даже 58. То есть три размера. Я взяла себе 54-й, 54, 56, 58, но эти размеры на 200 рублей дороже, чем, ну, те до 52-го. То есть это как бы спецзаказ, ну и ткани на них пошло побольше. Все, девочки, я дома, показываю, что купила. Изюм коричневый гибрид, средняя Азия. Мне сказали, что он без косточек. 134 рубля. Кстати, я вам показывала, помните, изюмчик в маленьких пачечках в Командоре брала? Он стоил 49 рублей, сейчас 79. А там не знаю сколько. Ну, чуть-чуть совсем. Так что уже выгоднее брать вот такую вот упаковку. Здесь 499, ну, полкилограмма. Полкилограмма 134. Одну купила. Сейчас одну попробую и дочь буду угощать. Ну и манго. Полкилограмма манго. Таиланд. Не съездим в Таиланд, так хоть попробуем манго из Таиланда. Вот такие у меня покупочки. Ну и, девчонки, поменяла скатерть. Теперь у меня ромашки, весна-весна. Поставила ромашки в вазочку. Вот так вот у меня красиво. Дочечку буду ждать. Долма у меня уже готова. Что еще? Ну и к чаепитию есть все. Так что я готова. Платье уже дома. Хорошо оно мне сидит, цвет мне идет. Единственное, что меня расстроило, мою брошку продали, которую я откладывала к этому платью. Она была такая, ну, она очень хорошо к нему подходила, с розовым бутоном. Но Наташа сказала, что продали. Вот это меня очень расстроило. Но, девочки, ненадолго я расстроилась. Почему? Потому что я кое-что придумала даже лучше. Пусть расстраиваются те, кто ее продал. Сейчас я вам что-то покажу. Мы же с вами можем сделать такую брошку, какую нам не продадут ни в одном магазине. Правильно? Правильно. Нам нужно только подобрать
ткань под цветом. А это сделать очень легко, практически уже сделала. Надо, чтобы она немножко отличалась, то есть совсем, чтобы не сливалась с платьем. Ну вот, здесь есть и светлый, и жатка, и вот такой вот капрон есть. В общем, девочки, я сделаю брошку такой красоты. Ну-ка. Так, это ярковато, мне кажется. А вот это подойдет вполне. И вот это подойдет. Ну все, остальные как бы яркие, наверное, слишком. Да? Это такая же. Да. Сейчас я вам что-то покажу. В общем, примерю платье тогда, когда брошь будет готова. Ну, здесь такой уже персиковый цвет, он, конечно, не подойдет. Не подойдет. И коричневый можно на листочке. Так, сейчас еще вам кое-что покажу. Вот, девочки, чтобы вы имели представление, что я хочу сделать. Эта брошь, конечно, слишком яркая, хотя ее тоже можно было бы использовать. Но я хочу что-то вот прям понежнее, чтобы вот к этому платью подходило. Поэтому, наверное, использую что-то вот из этой ткани. Какую-то вот такую брошку сделаю. И будет мне счастье. Правда же? Вот еще мы не расстраивались. Все, девочки, я приступаю к творчеству, а что у меня получится, вы увидите.